ребят, с вами Катюшка Печенюшка, и сегодня со мной в гостях Саша. Привет! Мы сегодня будем делать антистрессовый мячик. Я уже набрала воды, и нам нужен крахмал. Сейчас мы добавим 1 столовую ложку крахмала. Но не знаю, ли получится. Итак, я поменяла бутылку, потому что туда нереально сыпать крахмал. Сейчас мы попробуем туда аккуратно насыпать крахмал. Сейчас я возьму воронку. Так будет легче. Так, насыпаем аккуратно крахмал. Одна аккуратность. Да, но я уберу потом. Так и должно быть. Но не сыпется. Сейчас я возьму что-то тонкое. И потираю стол. Я взяла спичку. И оно намного лучше уже проходит этот крахмал. Все, я думаю, нам хватит. Если не хватит, то я еще добавлю. Так. Закручиваем. И взбалтываем. Ой. На молоко чем-то похоже. Да блин! Скисшее. Да. С разводами. Так вот. Потом я беру шарик и его надуваю. Я уже надула наш шарик. И сейчас попытаюсь его... Блин. Подождите чуть-чуть. Так, сейчас я перейду к умывальнику. Так, потом переворачиваем. И наш мячик заливается потихонечку. Наша смесь. Колдуем. Если что, мы лишнее отольем. Так, думаю, тут уже все залилось. Ну. Так. Не страшно. Я посмотрю, когда... А, блин, там его мало, вообще мало. Ты думаешь, это мало? А не, вот как раз так. Теперь завязываем его. На лимон чем-то похоже. Так, завязываем. Все, а сейчас очень мягкий он. Сейчас я возьму сетку. На хитрый, давай. Так, отмеряем, сколько нам сетки надо, но я даже... Так, как я ее буду отрезать? Так, вот так. Может, давай я натяну? Да, не надо. Так, уже почти все. Блин, я, кажется, мало отрезала. Но ничего страшного. Я, кстати, этот эксперимент делаю впервые. Саша может доказать. Угу. Да, я сильно мало отрезала, но сейчас попробуем что-то придумать. Так. Кстати, это обычная сетка от картошки. Если что. Так. Берем сейчас и попытаемся замотать этот мячик. Давайте сейчас попробуем, как это. У нас вообще получится. Кажется, у нас вообще ничего не получается. Саша... Все. Мы просто тупо этот мячик испортили. Так, ничего у нас, короче, не получилось с Сашей. Фигня какая-то вышла. Но можно и без сетки просто так его мять, очень прикольно. Очень классно. Такой вылазать. Ну, антистрессовый мячик абсолютно у нас не вышел. Обычный мячик вышел. Скачет офигенно. Трясется. На вид он вообще как лимон выглядит, натуральный. Ну не натуральный. Но сейчас мы попробуем набрать чуть меньше воды и больше воздуха. И у меня есть предположение, что это не только из-за этого, а может из-за сетки. Потому что сетка сильно-сильно мелкая. Как же он как-то скачет. Мы с Сашей уже пытались его развязать, но ничего не получилось.
абсолютно ничего. Саша его чуть не разрезала. Правда, Саша? Нет. Да, да, да. Я вообще хотела, у меня будет еще один эксперимент со слизью. Я куплю. Но она сейчас у нас стоит 10 гривен. Это я нашла самую дешевую. Ну или единственную. А так очень-очень классный мячик. Советую сделать дома. Класс! Еще я напомню опять рецепт. Нам нужен крахмал, бутылка и вода. Потом просто это все в бутылку заливаем. Надуваем шарик, ставим его туда. Потом переворачиваем и завязываем. Ну и выпускаем лишний воздух. Это может быть... У меня три предположения, почему он такой. Это может, опять-таки, или из-за сетки, из-за воздуха, или просто шарик у нас не такой. Или, может, за мало крахмала. Нет. Крахмала я целую столовую ложку дала. Не может такого быть. Или мы его сделали слишком-слишком большим. Да. Да, мне тоже так кажется. Бо они вообще меньше... Мне не нравится вот эта штучка. Так. Сейчас Саша у нас будет пробовать это делать. Только мы уже пробуем чуть-чуть по-другому, с зеленым шариком. И... Это можно просто использовать. Да, тоже мы берем круто. Так же самую воронку. Засовываем в бутылку. Боже, сейчас опять будем 2 часа открывать. Подождите, пока мы откроем. Так, Саша добавляет 1 ложку. Сможет ли она? Нет. О, ничего себе ложечка. Все, а стой. Сейчас зубочистка туда. Да подожди, она нет. Дымок. Ой. Поставь туда ложку уже, Саша. Так. И зубочисткой будем проталкивать ту фигню. Это крахмала, не фигня. Блин, а посмотри, как она круто, Саша. Офигеть вообще. Смотри. Давай, толкай. Как этот сухой песок, знаешь? Да, знаю. Так вообще офигенно. Классно. Вон она внизу, такие монстры сидят. Саш, зачем ты? Потому что оно... Зачем ты вот так держишь? Вот. Воздух не выходит, ему так тяжелее туда просовываться. Наоборот, легче. Не важно. Вот вообще офигеть. Это пальцами делаю. Толкайся. Вообще супер. Она уже так побелела быстро. Сейчас 100% будет молоко. Подождите, пока мы это все сделаем. Сейчас мы вот уже стряхнули все. Ну, как вообще молоко? Не, я думаю, сначала раскрутить, потом надуть мячик. Ну да, в принципе. Давай я быстро надую. Тоже уже завязывают. Ой, не, не завязываю, я надеваю. А, точно. Мы уже надели, вот. Мне это нравится. Переворачивай. Мне нравится вот так. Переворачивай. Заливается просто. Сам процесс нам нравится, Саша. Да. Это вообще так круто. Класс. Да. Это как тот ёжик, которого мы вчера нашли. Да, мы вчера ёжика нашли. Может, и сегодня найдем, снимем видео. Возможно. Давай. Так. Давай. Оу! Звук классный. Так. Так, сейчас отпускаем воздух, да? Да. Саша! Я уже тут все повытирала. К счастью. Меня антисептиковый мяч. О, класс! У Саши, короче, тоже не получилось. А чё? Давай проверим сетку. Короче, берем. Блин, все мокрое за тебя, Саша. Побыли за то. Не, не получится, Саша, тебе уже вода. Прямо сетку я не то. Нет! Я просто сетка не то. Мне кажется, сетка не то, да. Да, а ну я сейчас еще раз отрежу. Вот, короче, мячик у нас. Но мне кажется, желтый вышел лучше, чем зеленый. Мячики не получили. Ну, мячики сами получились, но вот эта штука, что мы хотели, она не получилась. Вот, сейчас я возьму еще зеленый. Но сами мячики у нас получились, но сетка у нас, походу, не та. И смотрите, она вот, очень мелкая. Надо вот зеленый вообще. Смотрите, зеленый. Желтый. Ну, вам плохо видно. Тут вообще красота. Ну, зато хотя бы подуем крахмал.
Ну, короче, да. Надо сетку покрутить. Возможно, мы еще будет вторая часть. Возможно. И мы сделаем сетку. Или купим сетку в рыбацком магазине. Но мячики, конечно, для стресса вообще антистрессовые мячики у нас получились, но не такие, как в магазине. С ними можно делать все, что хотите. Ну, почти. Порезать. Вот, они прыгают идеально. Саша говорит, как рыба к воде. Без воды. Вот, идеальный просто шар. Правда, вот Саша? Вот так, наверное, нравится делать вообще так. Как две сопли, знаешь? Саша. А еще в руке... Блин, ну вот эта штучка вообще. Ну, да. У нас, короче, маленький... Антистресс. Он вообще такой няшка. Офигенные мячики получились. Хоть и не такие, как в магазине, вон там воздух. Вот. И даже слушайте, какой звук, Саш, тихо. Классный звук. А! Мячик лопнул. Да не лопнул. Он еще и твердый, пуленепробиваемый мячик. Так, сейчас мы тут все уберем, потому что мы тут очень сильно насвинячили, да, Саш? Ой! Саша, а кого я сейчас убью? Сашу. Подождите. Саша только что открыла эксперимент. Да. Смотрите. Получается, ты не с той стороны берешь. И стой. Вот так за эту пипятку. Нет, за вот эту штуку, короче. И завершили. А, ну у меня одна рука только свободна. Вообще просто классный мячик, правда, Саша? Ну да. Просто вообще супер. Советую такое сделать. Тоже не получится. Класс! Два кружка вышли. Саша! Забодай. Так. Вообще супер. Вон он. Так. Я знаю, мы тут в этом видео чуть-чуть балуемся. Саша мне чуть люстру не сбила этим мячиком. Всю кухню обляпала водой. Да не все. Ну, я ж не знала, что... Ладно, половина жива. Половина жива. Я держала, и тут бах. И оно улетело. Кстати, возможно, я в будущем этот мячик буду разыгрывать. В будущем, возможно. Мячик вообще как попрыгунчик. Только прыгай туда, куда не надо. Офигенно. Сетку... Я уже один выиграла. Это этого стоило. Саша, я уже один подарила. Потому что мне не надо такой мячик в доме. Он мне всегда будет напоминать про кухню. Которую Саша только половину разгромила. Он что, так прикольно пахнет? Не, ну, резиной пахнет. Не, понюхай, у меня как крахмал. О, у Саши классно пахнет, а у меня резиной пахнет. Мне не повезло. Так, как черный чай, знаешь, именно сухой, не заварный. Так офигенно. Мы сейчас будем заканчивать, потому что в YouTube можно только по 15 минут видео снимать. Да. А мы уже 13. Ну ладно, всем пока-пока. Ну подожди еще. Сейчас мы пойдем в комнату и там проведем некоторые эксперименты. Так, если что, это не наша комната, вы уже запомнили, там черный столик. Так вот, это комната у бабушки моя. Я кидаю его через окно. Все, снимай. Пока! Саша, ничего не вышло. Вообще, Я шарик. Пока что Саша ищет, а я пока. Почему? Блин. Кстати, я выним. А, вот он. Так, сейчас мы будем небольшие эксперименты придумывать. Я сделала огурец. Первый эксперимент – огурец. Да. С них разные фигурки можно делать, но надо крепко держать. Готово. Два круга. Слышно, как вода там переливается. Он может с метровой высоты он падает, и у Саши он уже прорвался. Не, он не прорвался. А кого я убью? Алену. Тебя. Ты давай я его через окно раскину. Я пожертвую своими колготками. Саша сегодня меня, наверное, всех зальет. Блин, у нас остается 20 секунд. Всем пока, с вами была Катюшка Печенюшка. Ждите второй части. И Сашка! Пока.